Дорогие друзья, вы на канале «Мой сад-палисад». Сегодня буду заниматься высадкой бегонии на постоянное место роста, где они у меня будут постоянно расти. А это вот такие 5-литровые кашпо. Я уже показывала вам их. В них я высаживала беликонию. Беликонию я сажала по 3 штучки, а бегонии ампельные буду сажать по 2 растения в 5-литровые кашпо. Начну сегодня с высадки вот такой красивой бегонии. Нежная бегония у меня распустилась. Сажать буду по 2 растения, как я уже сказала. И вот я ждала, когда распустился у меня вот этот цветочек, я была прям в восторге. В восторге от этой красоты, от этой нежности. И ждала я, когда у меня распустится вторая бегония этого же сорта. А сорт, сейчас я вам скажу какой. Вот у меня бегония, серия Sun Dancer, сорт White Pink Picotee. Под номером 7 они у меня посажены. Вот это бегония. Когда у меня распустился второй кустик этой бегонии, то восторг мой, конечно, посмотрите, превзошел все мои ожидания. Посмотрите, какая красота распустилась. Какой красивый цветок распустился на втором кустике. Он совершенно махровый, совершенно такой, как указан на пакетике. Сначала я думал, что это красота у меня. Красота неземная. Но когда распустился цветочек вот на этом растении, посмотрите. Не все растения могут соответствовать тем качествам, тем признакам, которые заявляет производитель на пакетике. Бывает и вот такое, что бегония получаются или полумахровые, или бегония может получиться совсем не махровой. Но для меня разницы нет в сортности. Главное, что цветок красив, цветок мне нравится. И вот эти два растения я буду сегодня сажать. Возможно, это первый цветок. Не махровый, такой не сильно махровый вот у этой бегонии. Возможно, следующие цветы будут другие. Вот такие же махровые, как и на соседнем растении. Сажать я буду в грунт. Как я готовила грунт, я уже вам говорила. Это Агробалт 50 на 50. 50% Агробалт, 50% моя садовая земля. На 7 литров грунта столовая ложка удобрения кладу фертика. И немного добавила мох сфагмум. Мох сфагмум, конечно, можно добавить в пропорции побольше, но у меня его нет, у меня его мало. Он у нас не растет, а покупать это очень и очень дорого. Немножко добавлю вот этого мха, все перемешаю и буду сейчас сажать. Высадила сегодня еще вот такую бегонию из серии Illumination. Бегония, который цветет и женскими, и мужскими цветами. А это и махровый, и не махровый. Вот такая нежненькая бегония. Цветки у нее не очень большие, но она должна быть вся усыпана этими цветочками. Также посадила 2 растения. Вот одно растение у меня вырвалось вперед. Очень так мощненько наросло. А второе растение, да не второе, у меня еще есть такие растения. Растения вот такие, не очень большие. Не смогла я подобрать по размеру вот этому большому растению соседа. А бегония должна быть вот такая. Вот такая красоточка. Бегония серии Sun Dancer. И вот здесь еще тоже бегония серии Sun Dancer. Набивает бутончики. Тоже посадила 2 растения в одно кашпо. Вот такие посадки бегонии у меня потихонечку начинаются. Всем пока и до новых встреч!